Зимняя стужа потихоньку отступает, уже чувствуется дыхание весны, а значит, не за горами и Пасха. Дом Единства предлагает догофпилчанам весьма необычным образом подготовиться к встрече этого замечательного светлого праздника и принять участие в конкурсе творческих инсталляций, посвященном семейным пасхальным традициям. Правила участия в конкурсе просты. Из самых разнообразных материалов нужно сделать пасхальное яйцо, которое отражает праздничные традиции вашей семьи, и презентовать его каким-либо интересным творческим образом. Это может быть сказка, стихотворение, песня или что-то другое на ваше усмотрение. Длительность видео не более 1 минуты. Размеры инсталляции и использованные материалы полностью на усмотрение конкурсантов. Видео необходимо загрузить на платформу FileYAM.LV, а ссылку на него отправить на электронную почту до 15 марта. Присланные материалы будут опубликованы на домашней странице Дома Единства, а также в Facebook-профиле учреждения. Авторы самых интересных и необычных видео получат специальные призы. Результаты будут объявлены 1 апреля. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.